Давайте на чистоту. Что вы и мы знаем о Норвегии? Что это узенькая полосочка на карте на севере скандинавского полуострова со странным названием столицы Осло, и что там всегда очень холодно. Планируя наше рождественское путешествие, перед нами образовалась дилемма. Поехать куда-нибудь в Финляндию, о которой мы уже получили первоначальные впечатления, и, конечно же, она нам очень понравилась. Или выбрать Тромсе, который, по нашему мнению, являлся самым ближайшим к Мурманску местом, где можно накопить впечатления от такой близкой, но загадочной Норвегии. Конечно же, наше путешествие было связано с определенными рисками. Это зима, протяженное расстояние, непредсказуемые погодные условия, сложная дорожная обстановка, полярная ночь, дикие животные, прыгающие под колеса. Но ведь не цель, а процесс заставляет нас искать новые направления. Перспектива застрять, копать, подавать сигналы SOS, бороться за живучесть, противостоять диким животным. И поэтому мы спросили себя, а почему бы и не ввязаться в эту авантюру? Лик, скажи что-нибудь. Не хочешь? Поменяемся? Ты устала уже? Ты уже 20 километров проехала, это много. Территории Финляндии Ко-супермаркет, что находится в 50 километрах от российской границы в финском местечке Ивала на территории Лапландии. В ментальности жителей Мурманска и Мурманской области Ивала – это место, где вы можете потратить лишние 200-300 евро, накопленные перед новогодними праздниками. Но что более важно, оказавшись в Ивала, вы должны знать, что находитесь в 300 километрах от резиденции финского Санта-Клауса Йолоупуки. Финские сетевые магазины – это гастрономический рай. Провисающие полки с лакрицей, широчайший выбор продукции шоколадной фабрики Фазер на любой каприз. А вы когда-нибудь пробовали финские молочные продукты? Если нет, то я не вижу никакой другой причины медлить и затягивать с обращением в банк за судой, чтобы отправиться в ближайший по отношению к вам финский супермаркет пробовать молоко. А впрочем, пробуйте все! Крошечная деревня Инари является столицей Саамы в Финляндии и идеальной точкой для остановки на нашем пути в Тромсе. Также Инари будет вам полезен для погружения в саамскую культуру. Не дайте сбить вас с толку внешней схожестью флагов. Остановитесь в Инари. В местном сувенирном магазине вы легко подберете себе оленьи рога, пополните свои запасы медвежьей тушенки и купите новый шаманский бубен. Да, и последнее. Если вдруг вы видите автобус с китайскими туристами, то вам следует направляться в сторону сувенирного магазина быстрее. Эти парни скупают все. Может, это беременная? Смотри, у нее пузо. Это похоже на беременную женщину. Так, ну сколько мы уже едем? Стой, ты чё?
сколько мы уже так едем? Минут 10? Стой. Все, они уже сдают. Реально. Ну, сдают, они могут остановиться посреди дороги. Первые поселения сапиенс на территории Тромсе, по мнению археологов, насчитывают более 10 тысяч лет. Все знают, что археология – это не точная наука, поэтому ошибка в плюс-минус 2-3 тысячи лет, хотя кому это важно? Первое упоминание в летописи о Тромсе датировано 1794 годом, а уже с 1850-х годов Тромсе становится центром ловли не покемонов, а атлантического лосося, трески и маленьких китов-полосатиков. С удивлением для себя обнаружили, что Тромсе называет себя воротами в Арктику. Наивные глупцы, у вас даже нету своего атомного ледокола Лени. По всей видимости, эти первые сапиенс были не такими простыми парнями, поскольку решили организовать свое поселение на острове, и поэтому мы на нем. Жизнь на острове может представляться раем, но такой выбор имеет определенные практические недостатки. Все мы помним, что произошло на острове Утоя в 2011 году. По этой причине первое, что мы сделали, это сориентировались, в какую сторону плыть ближе. Если нелегкое занесет вас в январе в Тромсе, то вот без чего вы точно не сможете здесь обойтись. Первое и самое главное – галоши. Влажность тропическая. Второе – денежный счет в банке. Цены, соответствующие ВВП. Третье – собственная электростанция. Как оказалось, 4 января у них закончился отопительный сезон. Пришло время поговорить о серьезных вещах. Хотелось поделиться своим криминальным опытом. В нашем продуктовом списке были мясо маленького кита-полосатика, лосиная колбаса, козий сыр брюнуст, икра мойвы в тюбиках и макрель. Все было обнаружено и благополучно ввезено и приготовлено в России. Нет, тут вообще классно, красиво. Первое, с чем вы сталкиваетесь, отправляясь на пешую прогулку по Тромсе, это наплевательское отношение норвежских коммунальных служб к потребностям пешеходов, что, впрочем, компенсируется их пристальным вниманием к любой маломальски проезжей части. Вторая особенность – в центре города и прилегающих к нему этих небольших и не похожих друг на друга домишков нами была обнаружена странная закономерность. С какой бы частотой и силой ни наваливал снег, тротуар всегда чист. Поскольку 2 часа опытного наблюдения и поиска ответов с помощью младшего братца Гугла разумных ответов нам не предоставили, мы списали это на проделки потусторонних сил. Работа шамана, так или иначе. Ответ, что вопрос решается путем отапливания тротуара, мы сразу отмели, но только сумасшедшему могла прийти эта мысль в голову. Посещение Дубая оставило у нас половник дегтя. По непонятным для нас причинам мы так увлеклись изучением повадок одногорбых верблюдов, что просто забыли посетить Дубай-бар. Мы учимся на своих ошибках, вы можете учиться на наших. Наслаждаемся прогулкой по станции проката торпедных катеров и подводных лодок.
чтобы добраться до самого странного сооружения в Тромсе, вам нужно сесть на весельную лодку и отправиться в плавание через фьорд на материк. Но хорошо, что эти норвежские парни испытывают слабость к мостам. Нам второй вариант показался цивилизованнее. И, наконец, перед нами Арктический собор Северного Ледовитого океана. По мнению блогера Варламова, лучше купить бутылку пива, чем посетить собор. Неудивительно, что он так сказал, ведь Варламов известный алкоголик и критик Парнаса. Когда мечтаешь, не надо себя ограничивать. Треугольная форма позволила напыщенным тромсянам сравнивать его с самим оперным театром в Сиднее. Самонадеянно, не правда ли? Плох тот олень, который не мечтает стать бакланом и увидеть с высоты птичьего полета то, что он наблюдает повседневно с одного ракурса. И наука селекция тут ни при чем. Если вы устали исследовать Тромсе на земле, почему бы не покататься на фуникулёре и посмотреть на этот северный город с вершины горы? Джели Хайсен – это название канатной дороги, которая ведет на гору Торстейнен, высота которой составляет 421 метр. Во время подъема мы молили Бога только об одном, что инженерами этого подъемника были не одни и те же люди, которые проектировали ту самую буровую платформу, которую смыло в Норвежском море. Четырехминутная поездка приведет вас к смотровой площадке, где вы сможете насладиться феноменальным панорамным видом на полночное солнце. Вы также можете увидеть снежные горные цепи и весь Тромсе со смотровой площадки, что, несомненно, сделает вашу поездку намного более запоминающейся. В этой пафосной норвежской столовке мы хотели попробовать бургер с мясом маленького кита-полосатика. Оказалось, не сезон. Попробуем в августе. Норвежцы, как и финны, любят читать. Или делают вид, что любят. А мы чем хуже? Не пропустите завтрак в вашем отеле. Норвегия – дорогое место, так что пополняйся утром и сэкономь себе на обед несколько крон. Вчера он еще плавал со своими друзьями вокруг Лофотенских островов, сегодня он музейный экспонат.
пусть вас не сбивает с толку наш несерьезный тон в рассказе о Тромсе. Мы остались довольны. Забегая вперед, нам оказалось мало, поэтому почти сразу было принято решение вернуться, но уже летом. Бургер с мясом кита остался неопробованным, а рыбалка с динамитом на анадромных рыб. И еще, как хочется опробовать знаменитые песчаные пляжи норвежских фьордов. Ах, мечты! Зайдите в Пепес Пицца на Стор Торгет в центре города, чтобы попробовать сытную еду, которая не сломит банк. Может, они чувствуют себя неинтересными? Может, считают себя заурядными? Это скромное, не угрожающее отношение создает страну, которая стабильна, безопасна, достойна и уважаема. И это просто позор, что в течение 7 месяцев в году здесь так холодно. Итак, мы возвращаемся домой, но мы уезжаем, чтобы вернуться. А сейчас мы считаем так медленно уменьшающиеся километры до дома и, конечно же, немного грустим. Но это необычная грусть, ведь мы много вертели головой по сторонам, залезли на 400-метровую гору, желая получить более целостное впечатление, приобрели мясо маленького кита-полосатика, чтобы понять, по какой причине эти смелые, отважные, яростные люди нападают с гарпуном в море на этих беззащитных животных. Нам предстоит понять еще многие вещи. Например, как этим маленьким, на первый взгляд, глупым существам удается сорваться с крючка и миновать наши вилки.